ты меня нашел. Всем привет, ребят. И сегодня будем играть в игру Iron Tales. Сегодня буду играть на закрытой зоне. Я долго делаю. Ну, джинни такой. Все машины такой. Какая она. Вот так. Пятый. Как он делает? Запыляйся за рестарт карты. Мы такая игра. Такая игра на Титан Тирис. Кинегра. На така. На бол. На это голова. Така. Вот игра Титан Тирис. Как вы? Ой. Как для мелочи, по-моему, очень большая упаковка. Увидите? Давайте, заходите сюда и колите. Как лебедки. Родственники из Германии прислали мне посылку. А посылка проходила таможенный контроль? Что еще такое таможенный контроль? Ну, окей. Не запорот, наверное, началось. Давайте, Гриш, несите. Ну, окей. Мама! Правда, вот ловит. Все дело в том, что тетя Циля уехала на выходные к подруге. И мы с ребятами не я поставлю не такие другая игра. Такие я долго просто покатился. Давайте, Шура. Какая? Игра в Iron Tales. Сколько надо давать? Ну, только не пирог. Вот отсюда я знаю. Может, все-таки у Кости спросить? А. 1, 2, 3, 4. Она не дали с него. Нет. Она пират игра. Вот, кошеву. Какие игры в Iron Tales? Ну, град, дюни. А я смотрю, нас сегодня ждет ужин в немецком стиле. Собрать надо. Так, это несъедобно, лишь это вам. Да. Наверное, письмо от родственника. Опа, вечер перестает быть томным. Вот, ребят. А это что? Какие проблемы? Шура, это видеокамера. Шура, это несъедобное, дайте это Гришу. Да. Гриша? А можно я одну сосисочку? Я проблемы тебе? Пробуйте уже. Вы представляете, родственники прислали так мне вот эту камеру для того, чтобы... И уже мы едем. Они соскучились по городу. Гриша, на что же вы стоите? Снимайте. А блин. Делать такой. Ну, игра бы то пломба бы то. Игра. Игру Iron Tales. Скажите. Ребят, слабовато. Любимые родственники, а сейчас мы посмотрим, как шнапс влияет на обычного одессита. Ну, поехали. Ух ты ж.
медленный ком. Что-то игра называется такой. Идиот ничего. Вот что в этой Германии хорошо, а? Вот что туда все хотят. Ой. Там шура здоровье. Здоровье хорошее. Это заснуть можно. А у нас. У нас же. Кадр. Ладно. А вам? Чего не делать? Киля, с помощью дураку. Сегодня я буду играть на два причала. Так. Выбираем. Выбираем. Это я тут говорю, да? Я, да. Гаражик. Татар купе. Тикулас. А что это вы тут на кухне, а не у себя, а? Да вы вчера так орали под меня к нам, что я не могла нормально заниматься. Тикулас. Слушайте, Шура, вы, кстати, хорошо выглядите. По вам и не скажут, что вы вчера приставили. Серьезно? Не, ну вчера, конечно, могло произойти все, что угодно. Наверное. А вот похмелье у меня действительно никогда не бывает. Это ж божественный дар. И он передается нашей семье по наследству. Ого, сколько у вас учебников. И вы, наверное, все вот это вот выучили, да? А все, что могла выучить, выучила. Не так, что это поможет. Я уверена, что этот препод опять к чему-то прицепится. Вот бы побыстрее от него избавиться. Просто прицепом. А может, я ему это? Долго. Того, а? Спасибо, но нет. Мое дело приводит. Ладно, пора на работу. Кстати, а который час? Уже почти 9. Блин, у меня передача. Зима, эти студенты, это же одни мучения. Ну, зачем вам нужна эта филология? Клеветку поставь. Смотрите во всех кинотеатрах города. Ну, вот и вызовите в главной роли Лёва Ди Каприо. Гриш, ну перестаньте меня снимать. Я выгляжу сейчас непрезентабельно. А что мне еще снимать? Я ж вчерашнее видео не могу отправить родственникам. Почему? Шура брал Рихстар, а это не совсем не конфликт. Это тачка. Сегодня я буду играть, Таля, ты помрешь. Потому что мне кажется, что вот такое. И вообще, что вчера было, а? Помрешь, помрешь. Да, походу, вчерашнюю войну немцам мы проиграли. Гриша, прекратите меня снимать. Потому что я сейчас вашим веником на подбородке весь двор подмету. А что мне еще снимать? Советку я должен поставить. Что-то править родственникам. Фу, не крутите мне бейцы, Гриша. Шуруйте на привоз и снимайте что-то там. Там столько зрелища, что ваши родственники хлебом подавятся. Точно, мы выдвигаемся на привоз. Я не могу. Одевай свои сандалики и бежи. Женщина, что вы такое говорите? Что значит мясо не съели? Вот игрок. Да если вот это вот все до кучи собрать, так оно же опять будет хрюкать. Ну. Опа! Почему? Гриша, а вы все никак не уйметесь, да? Оператор вы нам. Шура, а можно попросить вас поработать на камеру? Да, рассказать вот пару хитростей советского привоза, а? А что вы понимаете под хитростями? Ну, рассказать несколько ваших схем. Еду. Ну что вы так маленькие? Если вы хотите так, сегодня я буду играть. Да, так это вам горсовет.
там люди вообще ничего не стесняются. А тут, Миша, извините. Шура, ну это ж для родственников. Больше никто не увидит. Чтоб передать эти эскиды. Лично. Шура, да, в конце концов, вы вчера же свой шнапс выпили. Да, это было. Я долго не могу. Да не. Подождите у Ютуба. Козёл. Нет, ну просто козёл не старый. Это уже не так обидно. Просто он опять меня заболел. Кабины. Ой, Юлечка, знаете, как это в народе называется? Нашла коса на камень. Вот и что мне делать? А? Ну, слушайте, я, по-моему, вам уже предлагал решение этой проблемы, но вы отказались. Я уже вам сказала, я не умею давать взятки. Ну так и я, по-моему, вам уже говорил, что могу вас научить. Так, я езду. Ну ладно, давайте попробуем. Так, значит, ровно 900 грамм. С вас 70 гривен. Да, все. Спасибо, удачи. Спасибо. Счастливо. Вуаля, Гриша. Шура, вы просто продали 900 грамм мяса. Я очень доволен. Вы сюда снимите. А? А? Слушайте, а если человеку нужно меньше, как вы убедите его купить именно 900 грамм? Гриш, ну, тут хитрости уже мало. Тут талант нужен. Снимайте. Послушайте, я только что взвесил мясо на контрольных весах. Вы меня обвесили. Ну, мужчина, во-первых, здравствуйте. Потому что если вы видите в первый раз человека, после ветку. Какой первый раз? Я только что вас был. Это Павел. Еще на камеру снимал. Дэвид. Можно у вас запись попросить? Так, Гриша, быстро поделяйтесь отсюда. Мужчина, а что это вы солнечным ударом по привозу ходите? Вам же уже... Я не могу, но только... Вот этот вот. Да. Что, что вы сказали? Я не расслышал. Сейчас мы все перевесим. Мы же это... Какие граммы? Что там тырис? Ну, да? Ну, а то я думаю, это можно обвешивать. Сигнал. Ну, а вы даете? Вот артисты, а? А вы кино, да? Какие... Не дороже он такой? Здравствуйте. Я не делать? Придулось пово. Это вам, ну, чтобы это... Стоп, ну так деньги у вас даже сантехник не возьмут. Ну а как нужно? Присаживайтесь, сейчас вам покажу. Добрый день, я на экзамен. Здравствуйте. И вот моя зачетка. А, ну? А, кстати, там внутри 500 доказательств моих знаний. Подождите. Костя, ну у меня такого никогда не получится. Ну, дякую, ну, дякую, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписочка надо. Дякую за увагу. Подписывайтесь на канал. С вами Данил. Всем удачи и всем пока-пока.